Ай, вкуснота будет, мне кажется, да? Так, девочки, садовые посиделки наши. Рубрика «Садовые посиделки». Сегодня вот такая сервировка стола на ужин. Мы не захотели ничего холодного. Будет горячий травяной чай. Здесь у нас пюре. Здесь у нас салат. Сейчас еще рис. Леночка будет рис. Мы не будем рис. Так выглядит. И сейчас будет рыбка на мангале, девочки. Ждем рыбку, когда у нас папа, глава семейства, принесет рыбу на мангале. И ура! Он несет ее! Девочки, если бы камера передавала ароматы... О боги! О боги! Сочная, вкусная рыбка на мангале. Муж еще здесь что-то новшество какие-то посмотрел у какого-то повара. Давай. О боги, девочки, о боги. Это вкуснота, девчонки. Пахнет розмаринчиком, девочки. Сочно, вкусно. Да с картофельным пюре, да с салатом. О боже. Убираюсь дома и хочу внести немножко аромата. Я люблю, когда цветет жасмин в саду. И в том году, когда я ставила маленькую веточку жасмина, я увидела, что он хорошо стоит в воде. Поэтому сейчас мы с вами направляемся к моему жасмину. И срежем веточку, которая мешает. Да, мешает немножко. Такие веточки сейчас срежем, которые идут не туда, куда нужно, но цветут. Тоже поставлю небольшой букетик жасмина. Именно хочется наполнить ароматом дом. Здесь у меня, вы все знаете, этот столик. У меня летом здесь стоят кувшинчики вот эти вот. На Пасху покупала я их. И свечка. Свечку иногда зажигаем, потому что на улице прохладно. И свеча как бы пока у нас зажигается дома. Ну и сейчас просто беру вот так раз и ставлю по веточке жасмина. Это хорошо выглядит. Остатки поставлю на кухню. Смотрите, вот так выглядят мои кувшины, да? Я их немножко украшу. Полную, главное, вазочку налить воды, тогда он будет хорошо стоять. Да, несколько веточек поставишь, даже просто, знаете, хорошо смотрится кизильник. Да-да, кизильник прекрасно смотрится, прекрасно стоит, долго стоит, по месяцу стоит кизильник и хорошо смотрится. Все, вот такая вот свежесть зелени. Здесь будет ветка, которая шла к соседу, скажем, не туда шла. Будет украшать вот так вот наш журнальный столик, ну и к тому же источать аромат жасмина, девочки. Сейчас на кухне, девочки, на кухонном столе мы тоже с вами сделаем такой букетик. Хорошо, как смотрится нежно, правда? Некоторые девочки мне пишут и задают вопросы, а как засервировать стол? Сделать его летним, красивым, сочным дома. Ну, например, нет сада, сад-огорода, где можно применить те сервировки, которые я показываю. Да очень просто, девочки. Давайте на кухне создадим летнюю атмосферу на обеденном столе с помощью обычных сервировочных вещей. Но сначала я протру стол. Застелю стол красивой кружевной скатертью. Мне кажется, эта скатерть подходит только на весенний-летний период, если честно.
потому что на осень с осенним декором она немножечко будет, мне кажется, не вязаться. Но к осени ближе посмотрим. По центру я оставлю какую-либо центральную композицию, но, конечно же, сейчас поставлю я красивый, сочный, ароматный букет, который у меня состоит из жасмина и лилейника. Этот лилейник тоже источает аромат жасмина. Золотые подсвечники. Вечером на ужин, почему бы нет, можно зажечь красивые свечи. У меня они такого бежевого оттенка. Плейсматы меняют вид кухонного стола просто на раз-два. Вы видели до этого зеленые плейсматы. Сейчас я использую обычные коричневые плейсматы. И какие-либо подстановочные тарелки, какие у вас есть, либо круглые подносы, неважно. И вуаля, вот такой сочный, красивый, летний стол на вашей кухне будет вас радовать на завтрак, на ужин, на обед и поднимать настроение всей семье. Ну а мы с вами отправляемся в магазин. У нас закончились все продукты. Посмотрим вообще, что интересного в метро можно найти для дома. Девочки, приехали мы в метро за продуктами. И смотрите, какая красивая посуда. Турецкая. Вот красивый край такой рифленый, да, дочь? Вот он рифленый. Поставь сюда маленькую тарелочку. Все тарелочки есть и десертные, и суповые, и салатнички маленькие. Как хорошо смотрится. На белой скатерти, с белой этой салфеткой. Ой. Золото к этому хорошо будет еще. Очень красиво. И нам приглянулись еще тарелочки вот такие. Это вот кто любит вот на улице сервировать стол. Что-то такое вот. Вот хорошенькое. А стоят они, если 6 штук, 404 рубля. А зелененькие, неважно, сколько вы их берете, 499 рублей. Суповые 404 рубля, если 6 штук. Маленькие тоже 499 рублей, девчонки. И еще здесь есть вот такие милые пиалочки. Розовенькие. Сиреневые. Так выглядят они. Тяжелая керамика, скорее всего. Вот такие вот пиалочки. 269 рублей, девочки. Ну, это керамика. Тяжелая такая достаточно. Девочки нашли для себя вот такой уход от Estelle. Купили, попробовали. Очень. Мы две штуки. И дочке, и себе покупала. Поэтому у нас по скидке получилось. Мало нужно совсем бальзама. Хорошо с моими даже такими достаточно плотными волосами справляется. Шампуня тоже надо очень мало. Тут только бальзам остался. А вот шампунь. Шампуня тоже, девочки, надо очень мало. И маска классная у них. Вот эта зеленая линия. Хорошая, да, дочь? Нам она прям зашла. Очень хорошая. Пахнет вкусно. Так что у метро послушайте аромат. И если есть возможность, приобретите. Классная линейка для волос. Девочки, у нас опять спецэффекты. С помощью дыма от мангала. Мы часто делаем еду именно на мангале. Это может быть шурпа, это может быть уха, это может быть и плов летом, и мясо, и курочка, и рыбка, все что угодно, но именно на мангале. Мы часто готовим выходные именно на мангале.
Сегодня зеленое настроение. Ну и потом зеленый цвет, белый цвет хорошо смотрится именно на такой уличной сервировке в саду. Я возьму зеленую тарелку, поставлю ее на подстановочную белую тарелку, а сверху я размещу вот такие вот винтажные тарелочки для салата или десертной тарелочки, можно их использовать с винтажным зеленым рисунком. Разбавлю все это горчичными бокалами, но что-то здесь не то, девочки. А дело все. Решила, девочки, я поменять букет. Тот унесла в зимний сад, а сюда я нарезала жасмин. И сразу стол стал таким, каким должен быть. Вот как влияет цветовая гамма центральной композиции. Сейчас еще Максим принесет зеленый кувшин. Мне кажется, он потрясающе сюда впишется. Смотрите, как хорошо сразу здесь заиграл кувшин. Сервируйте свои столы красиво. Собирайтесь за таким столом всей семьей. Беседуйте и вкусно ужинайте. А на этом я закончу свой обзор. Всего вам доброго, мира и добра. Пока-пока.